А это репортаж. Последние 7-6 лет я живу в Нижнем Новгороде. А, как вы же вчера говорили, да? Да. В каких еще горах были? Ну вот, на перевале Шумаке. Это, ну, получается, первый был вариант похода, это на Пекчарском. Угу. Вот, а второй уже перевал Шумак. Он... Короче. Повыше. Юля, она слишком быстро ходит, поэтому ходит одна. Ну, вообще, путешествие. Мне очень понравилось в Грузии. В Грузии Сванетия есть. Там такие горы, господи, ты смотришь, и это просто безумие. Вот туда прям обязательно стоит съездить туда. Я думаю, что есть какие-то пешие маршруты, но мы ездили туда просто на базу отдыха и такие все. Какая красота! Вот. Но горы всегда прекрасны. Так, ну ты где? Еще на этом дальше. Мы в хостеле. Подножья. Хамардабанского хребта. Хостел без названия. Вот это домик, где душ и позная. Позная — это такое местное блюдо. Вот там сзади горы. Вот это вот наш домик. На 8 человек. С нами был, ночевал парень и девушка. Зовут ее Юля. Она из Нижнего Новгорода. Вот тут крючки. Дом выше был, да? Ты мне тебя положи? Да, положи, пожалуйста. Да? Да-да-да. Если ниже, да. Да, я тоже. Добывают, называется Слюда. Ну и поселок Слюдянка. Может быть, видно, как он блестит на солнышке. Раньше из слюды делали окна. Все делали окна. Потом уже богатые делали окна из стекла, а бедные продолжали делать из слюды. И вот если расслоить, она прям прозрачная. Видно? Ваши впечатления от посещения музея минералов Жигалов и компания? Минералогических музеев для меня это всегда чудо. Такие волшебные коллекции. И как бы это вообще прям я рекомендую всем посетить. Аня, вам понравилось? Очень. Людям, которым камни, в принципе, ни туда, ни сюда, им понравилось очень. Им очень понравился этот музей. Я вообще в восторге. Я камни люблю безумно. Поэтому все в Слюдянский музей. Его 35 лет было, да, в этом году? Да. Хорошая такая прям. Богатая коллекция это очень. Это вот просто во дворе лежит. И, кстати, экскурсовод. Отлично. Любовь Михайловна. Любовь Михайловна. Все нам так прям четко рассказала, все культурно. И причем эта культура, она как-то вот не то что наигранная какое-то, а это прям от сердца идет. Ну, прям приятно. Это чувствуется, и за это спасибо большое. Только.
тут доброжелательные местные жители друг на друг, друг друга так и хотят оклеветать. Один говорит, водитель, который нас водил, что омуль говно, там, не берите. Там, говорит, пойдите. Там он поедите. Не так сказал, он посмотрел такой, там по дороге пойдите, там еще есть. Потом он уехал, а в ответ продавец омуля говорит, а что-то он нас дорого привез. Он вас должен был за 150 рублей привезти, а если за 250, он должен был вас туда вниз спустить. Вот туда вниз и через железку. Так, а мы, в свою очередь, сейчас выгрузились на полпути. До Култука и двигаем вон туда, там мыс Шаманка или Шаманский, что-то такое. Вот и мы и дошли до озера Байкал. Байкал. Такое очень холодное. Я думала, что пипец. Оно как канда. Ну не прям такое, что... Ну не азовское было. Ну нет. Ну так на дожди будет, ну смотрите, тропа есть туда даже. Да, без рюкзаков скинуть. Да, без рюкзаков. Скинуть где-нибудь там. У начала горочки надо. И сделать лучший фото. А нам потом фотографию. В какую сторону? Туда? Туда. Туда? И выходить, да, тоже туда? Мы искупались в Байкале на мысе Шаманка и выдвинулись в сторону Култука. Култук — это железнодорожная станция. Настроение отличное. Третий день в походе. Выживаем как можем. С едой вообще напряженки. Голодаем. Егор. Ну еще что? Еще одно расскажу. Давайте. Приехали туристы такие же молодые. Самом высоком берегу. Остановились. А можно поснимать, как вы рассказываете? Я снимаю. Снимайте. Расположились все. Костер зашли, давайте свечушку ставить там. Вытащили. Ну и видят там, с берега мужичок по лодке плывет, старенький. Угу. Эй, мужик, ты куда? Зачем ты сюда? Тут мы. Нет, это мое место, ребятушки, вы сами уходите отсюда. Такое дело. Ну-ка, немедленно уходи отсюда, сейчас мы тебя напинаем, типа того, что вы это. Угу. Вон куда-то исчез, мы даже не поняли, куда ты исчез. Вечером, но сел, да еще как-то не поговорили тут тогда с тобой, все. Вечером костер зажигаю, поставили это, мы поели, все, начало темнеть. А когда начало темнеть, тут они его вспомнили. А куда он сейчас? Явно же видели, мы разговаривали, бить его хотели. А потом потемнее, когда стало, смотрят, такая большая черная рука. К ним приближается. Ну, один увидел, второй говорит, смотри, вот. Ну, она сюда ближе, к ним они в палатку забились. Вот он что-то свет, смотались, и все эти забыли. Одна история есть. Черная рука. Да, но это реально было, что мы с лепором, вот смотрите. Девочка была, вот, и береста была. Ну, берите, ладно, все.
сколько? 300 рублей, все, на набор. Я за любую движуху, лишь бы не сидеть на одном месте. Осталось 500 метров до нашей ночевки. Мы подошли к самому первому туннелю. Тебе за твои страшные истории.